Добрый день. Сегодня мы прибыли к клиенту для выполнения работ по сезонному техническому обслуживанию на данной машине EX1080. И выполняется замена масла во всех редукторах двигателя и гидравлической системы. Данное ТО мы начнем с обслуживания двигателя. В данной машине установлен двигатель Ликер объемом 24 литра. Двигатель до рабочей температуры. Для того, чтобы снизить вязкость масла, чтобы оно лучше удалялось из двигателя, и производим слив масла. Теперь можно произвести замену масляного фильтра. Фильтр на наличие стружки. Как видим, здесь ничего нет. Значит, двигатель работает исправно. Устанавливаем новый масляный фильтр. После замены масляного фильтра произведем замену фильтра зубной очистки топлива и фильтр тонкой очистки. Заливаем масло и запускаем его. Затем контролируем уровень масла в двигателе. Thank you.